Дальше. Сейчас я буду отвечать второй вопрос. Второй вопрос. Мы праздновали этот праздник навсегда или в течение ограниченного времени во всех поколениях. Это праздник, это для нас навсегда или нет? Еще раз я буду читать. От книги Исход, глава 12, стих 14. Это ваш ответ. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в они праздник Господень, во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Сказать, что во все роды ваши, значит, что твои дети, и твои дети-дети, и твои дети-дети-дети навсегда, вовек, до когда Христос будет здесь, и после, когда Он будет здесь, мы еще будем отмечать это. Но это будет больше, чем как сейчас. Об этом я буду читать. В Новом Завете Иисус Христос сказал это. Это не я. Он сказал это. Еще раз. Стих 14 от Исход, глава 12. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в они праздник Господь во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Дальше. Стих 17. Это тоже твой ответ. Наблюдайте опресноки. Еще раз. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской. И наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное, как установление вечное. Это ваш ответ. Это для нас навсегда. Это праздник, это для нас навсегда. Вы должны отмечать это. Еще раз. В первый месяц в году. А когда это в весной. Между марта и апрель. Надо читать день от первой луны. В этом месяце, в весной. От первой полной луны. Читать первый день, второй день, третий день, четвертый день, пятый день, до четвертый день. До четвертый день. Четвертый день вечером, когда уже нет солнца, уже начинать Пасха Господня. Надо что? Кушать мясо от коз или агнец. Это первый. Второй. Надо кушать пресный хлеб или опресноки. Третий. Горькая трава надо кушать вместе с этим. Но есть четвертый. Есть четвертый. Четвертый – это красное вино. Это красное вино. Но об этом будем читать в Новом Завете. В Новом Завете. Я уже отвечал второй вопрос. А третий вопрос. Как мы готовимся к этому празднику? Еще раз. Как мы готовимся к этому празднику? Сейчас мы открываем. Сейчас мы открываем книга Иоанна или Жон в Новом Завете, глава 11, стих 55.
Здесь мы будем читать, как наши предки и тоже прематери готовили для этого праздника. Книга Жон или Иоанна, глава 12, стих 55. Приближалась Пасха. Еще раз. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны Израиль пришли в Иерусалим пред Пасхою, чтобы очиститься. Чтобы очиститься. Еще раз. Приближалась Пасха иудейская. Сказали, что Пасха иудейская. Не христианская Пасха. Нет. Иудейская Пасха. Не христианская Пасха. Не Христос воскрес. Нет. Иудейская Пасха. Иудейская Пасха. Христианская Пасха? Нет. Иудейская Пасха? Конечно. Еще раз. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны Израиль пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Как мы можем очистить наши души сегодня для этого праздника? Я уже это научил раньше в старом видео, когда Иисус сказал, вы уже очистите от слова, которые я вам сказал. Что такое это слово? Все его законы. Что, еще раз, что такое эти все слова, которые Иисус Христос научил нас? Это все его отец законы. Все его заповеди. Когда мы сделаем или наблюдаем эти все законы, мы будем чисты. Мы будем чисты при нашем Боге. Это то же самое сегодня. Тогда у них есть храм. Но сегодня у нас нет этого храма в Иерусалиме. Нету. Мы сейчас уже храм. Как наш Бог сказал в книге 1 Коринфянам, глава 3, стих 16. Как мы можем очистить наши души от нашего Бога закона? А что мы должны сделать сегодня, что мы будем быть чисты при нашем Боге для этого праздника? Надо молиться к ним через Иисус Христос, что Он будет простить нас все наших грехов. А второе, мы должны наблюдать все эти законы. Мы должны наблюдать все эти законы, что мы будем очень чисты пред Его лицом. Еще раз. Книга Жон, глава 12, стих 55. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны Израиля пришли в Иерусалим пред Пасхой, чтобы очиститься. Чтобы очиститься. Дальше. Второй ответ. Второй ответ для этого вопроса. Открывайте сейчас, пожалуйста. Книга 1 Коринфянам, глава 5, стих 7. Итак, очистите старую закваску. Еще раз. Итак, очистите старую закваску. Что это значит? Надо очистить вашу душу. Старые грехи, которые у вас в душе, надо очистить эти все. Надо очистить эти все с его заповеди. Еще раз. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы, еще раз, так как вы безквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Посему, станем праздновать не со старою
закваскою. Что это значит? Не отмечать этот праздник со старой душой. Не со старой душой, но новой, который уже очень, как сказать, очень новый, который он уже чистил с его слова. Еще раз, по всем станем праздновать не со старой закваскою, но со закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Но с опресноками чистоты и истины. Что это значит? Надо покаяться. Надо быть новый человек. Надо чистить ваши души. Надо быть, еще раз, новый человек, что вы можете отмечать этот праздник. Что этот праздник будет чистый при наш Бог. Надо покаяться. Надо покаяться. А если у тебя проблемы с соседом своим, надо простить его или ее. Простить ее или его. Потому что если вы не будете простить его или ее, Бог никогда, еще раз, Бог никогда не будет простить вас. Бог никогда простит вас. Надо простить ваши соседи. Ваши соседи, надо простить. Ваши друзья, надо простить. Сейчас это мои ответы для третий вопрос. Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.